мне тут осенью довелось счастливо съездить в Швейцарию с полным содержанием, и сегодня, соответственно, я расскажу о своей поездке. И тема моего выступления, значит, церкви делали коллайдер, а получили интернет. У меня вот такой вопрос к вам, может, кто готовился. А когда изобрели интернет? Хотя в каком году и, может, в какой стране? 25 лет назад. 25? Больше, больше. 25, 15, то есть 90. Первый сайт был 25 лет назад создан. 24 года назад был создан первый сайт, но вопрос был, когда был сделан интернет. То, что потом превратилось в интернет, было придумано американское. Это правильно. То есть, да, скажем так, это был военный заказ, делали в Лос-Аламосе, там делали бомбу, там же, где Ричард Фейнман взламывал секретные замки, это было там. Ну, он просто не любил бюрократию, и дальше мне бумажка, а зачем я эти ваши дистанции. Да, это было в 69-м году, то есть в самом интернет, первая передача сообщений, в том числе интернет была в 69-м году, это было в Америке. А почему тогда говорят, что, значит, интернет был изобретен в секс? В 89-м году Тим Бернс-Ли, британский ученый в ЦЕРНе, он придумал организацию всемирной сети, то есть как компьютеры друг с другом с помощью интернета будут совмещены в одну сеть. И вот в 89-м году он придумал, а в 91-м году заработал, то есть был поставлен первый сервер, заработал и вот организовал поток компьютеров. Давайте звуковыми волнами будем переключать слайды. Сам ЦЕРН располагается в Швейцарии. Значит, здесь видите Альпы, Женевское озеро. Там вот под надписью LHCB располагается Женевский аэропорт. А где Атлас ЦЕРН? Это вот, собственно, кампус ЦЕРН. Он не такой уж и большой. А вот коллайдер, который там, значит, на глубине закопан, вот он действительно огромный, 27 километров. Хотя ЦЕРН тоже занимает территории Франции и Швейцарии. Вот мы его в французскую сторону ходили. Значит, там. Давайте. Что такое ЦЕРН? ЦЕРН – это Европейская организация по ядерным исследованиям. Их как-то, знаете, это ЕО, я, и... Нет, это что-то не то. Может, на английском это правильнее? Нет, что-то не очень похоже. Дело в том, что это на самом деле французская, на французском аббревиатура, и звучит она вот так вот. На самом деле это уже не совет, консил, это совет, это на самом деле уже центр, ну так вот получилось, что центр стал советом, а директор так и остался. Это Европейский совет по ядерным исследованиям. Вообще говоря, о физике в ЦЕРНе сказано уже очень много. Даже по простому запросу в Гугле вы можете найти еще много выступлений, в том числе и в образовательной. Я могу посоветовать о ядерной физике, о космологии, о стандартной модели, в том числе о бозоне Хиггса. Прослушать вот такие выступления. Иосиф Бубиндер, это наш томский ученый, работает в ТГПУ, это физический ретик. Валерий Рубаков, это известный эксперт по физике элементарных частиц, по теоретической физике. Это, так скажем, ознакомительные выступления, которые помогут втянуться в физику, которую изучают в ЦЕРНе. Но по-нормальному это надо брать вот баллон кофе или какао, 10 томов Ландау Лившица и, значит, читать их, и изучать. И вот тогда будет примерно понятно.
Также могу посоветовать лекции посмотреть. Вот это в открытом доступе эта лекция. Я о них еще там потом скажу. Я буду говорить о том, на каких принципах работает ЦЕРН. А не столько о том, что именно он изучает. И во время своей поездки я выделил три слона, собственно, на которых наша ЦЕРНовская черепашка покоится. Это открытость, прагматизм и преодоление. Ну, давайте поближе. ЦЕРН основан в 1944 году, послевоенное время. В принципе, стало понятно, что в рамках одной европейской маленькой страны науку делать уже тяжело, это слишком дорого. Нужны огромные усилия предпринимать, чтобы двигать науку вперед. И уже там, к этому времени достаточно много было разговоров о том, что надо как-то объединяться. В то время европейские страны были еще дружны, не то, что сейчас. 21 европейская страна объединилась сначала в Совет по ядерным исследованиям, потом в Центр по ядерным исследованиям. И сейчас, к 2015 году, в ЦЕРНе участвует 21 государство, являются полноправными членами. 5 государств являются странными наблюдателями, один кандидат на присоединение и еще много других, которые тем или иным образом в ЦЕРНе участвуют. Фактически это весь мир. А то, что тут какие-то белые пятна еще есть, это на самом деле не означает, что из этих стран ученые не работают в ЦЕРНе. Они там могут работать, ну, несколько там в частном порядке. В принципе, с каждым годом заполнение, оно идет и идет. Вы сегодня пришли на лекцию по физике, читаем конспект, пишем определение. Физическая система, которая может обмениваться с окружающей средой энергией, информацией и веществом, называется открытой. Открытая система может самоорганизовываться, но не обязательно она это будет делать. Так, к сожалению, получается, что очень много людей, которые с самоорганизацией сталкиваются, об этом забывают, что тут очень особые системы организуются. Должны быть особые условия, в которых даже при наличии внешней энергии, внешней информации или там каких-то потоков вещества, система будет самоорганизовываться. Это очень редкая вещь, очень тонкая вещь, она очень тонко настроена. А вот обычные системы, замкнутые системы, которые не обмениваются ни веществом, ни энергией, ни информацией со внешней средой, вот с ними все понятно. Вот вы их оставите, и когда-нибудь они термодинамически помрут. То есть они придут в некое состояние покоя, состояние равновесия. Ну, к примеру, человека никто не пинает, вот он сядет на диван и сидит. Так вот, ЦЕРН — это открытая система. Туда могут приехать, в принципе, работать люди, никто не мешает. В этом смысле приток новых людей – это как приток новой информации. А финансирование там, ежегодное в размере порядка 1 миллиарда долларов – это некий приток энергии. И вот эти потоки позволяют ЦЕРНу развиваться. Но когда я говорил об открытости, там был насчет X2. Так вот, вторая открытость – это не только внутренняя открытость ЦЕРНа, что в ЦЕРН можно пускать всех. ЦЕРН сам открыт для всего мира. Поскольку деятельность ЦЕРНа финансируется как человечеством, то и потребителем продукта ЦЕРН является все человечество. Поэтому ЦЕРН, когда что-нибудь изобретает, он это патентует и делает эти патенты открыты. Вот. Всемирная сеть была открыта в ЦЕРН. Теперь представьте, каким был бы скучным наш мир без котиков и интернета, если бы этот патент был бы закрыт платно, например. Но, к счастью, это не так. Все эти исследования открыты. И ЦЕРН предпринимает очень много усилий для того, чтобы к нему приезжали люди и возвращались обратно. И вот идеи о науке и исследований распространяют по всему миру. В ЦЕРН очень много программ мобильности научных сотрудников,
студентов, учителей физики. И вот как раз по программе школьных учителей физики я в ЦЕРН и попал. То есть все лекции, которые нам читали, они в открытом доступе, их каждый может посмотреть. И так случилось, что вот одним из лекторов был Николай Зимин. А Николай Зимин учился в Томском политехническом университете, и его темой тогда было взаимодействие электрических частиц с кристаллами. Это моя тема. А еще он работал с моим научным руководителем, Пивоваровым Юрием Леонидовичем. Ну, что сказать, неисповедимые пути науки, что это. И учитесь в Томском университете, выйдите, значит, потом всего мира знакомых собирать. Ну, давайте дальше. Значит, мы уже говорили о шкале веществ субботного. То есть, когда мы занимаемся вопросами, значит, из чего все создано, в принципе, ответом на этот вопрос занимается церковь. А как все устроено? Вот когда мы говорим о галактиках, там, о звездах, этим занимаются вот телескопы наземные, космические телескопы. Но если мы по этой шкале будем двигаться вниз, ну, мы маленькую область там, размеров там, километр или метр, это мы сами глазами можем исследовать. Что-то там размером сантиметр, это мы можем пощупать. Но еще ниже, ну, есть там, оптические микроскопы. Они там позволяют исследовать микрообъекты, там, бактерии, волосы и все такое. Но сколько там оптических микроскопов? Ну, у кого побольше, у кого поменьше, у кого денег хватило. А вот если мы собираемся залезть внутрь атома, нам уже нужен там, то есть если мы говорим о наноматериалах, то это вот либо электронные микроскопы, ну то больше и такие дуры. А если еще вниз залезть, в атомное ядро, нам нужен коллайдер. Нам нужен ускоритель, который будет сталкивать эти частицы, во время этих взаимодействий будем узнавать, что внутри происходит. И это уже огромные машины. Ну вот, самая большая в мире 27 километров. Так что по-простому коллайдер — это супермикроскоп. А, не обойдемся без цитат великих людей. А, значит, если мы хотим залезть внутрь атомного ядра, что делать? Давайте их столкнем, потому что весело ломать. А, по одному из высказываний Митюка, вот известный популяризатор науки, если вы хотите столкнуть два ядра с целью узнать, что у них внутри находится, это равносильно тому, что вы задаетесь вопросом, как устроено пианино, и чтобы это узнать, вы скидываете инструмент вниз по лестнице, и по звуку разбивающегося инструмента пытаетесь понять, как же он устроен. Ну, вот примерно такая вот задача стоит у ученых, которые работают на коллайдерах. Не только в ЦЕРН, но и в других центрах. Ну и как же нам столкнуть? Это не вопрос, это действие. У нас природа нам дала в распоряжение два инструмента. Электрическое поле и магнитное поле. Ну, умные из вас уже знают, что это на самом деле одно и то же. Но пока что электрическое поле, магнитное поле. Электрическое поле заряженная частица может ускорять, а магнитное поле поворачивает. Так что если мы сделаем примерно вот такую штуку, у нас есть вот под пунктом 6 некий ускоряющий промежуток, где есть электрическое поле. А магнитным полем мы будем поворачивать пучок так, чтобы он вот эту ускоряющую точку проходил снова и снова и снова и снова. Отчего у него скорость, энергия будет увеличиваться, а вместе с энергией будет расти скорость. Когда в ЦЕРНе 20 лет назад возникла идея, ну, а давайте сделаем большой коллайдер размером 20 километров, тогда еще просто не существовало магнитов, которые позволят поворачивать частицы таких энергий. Однако такая задача была решена. Прошло 20 лет. Это, ну, почти нанотехнологии. Это микротехнологии, но почти, но рядом с нами.
Значит, сверхпроводящий кабель состоит из 36 проводов, каждый с диаметром там, почти миллиметр. Но каждый из них состоит порядка из 6000 маленьких волосков, вот таких вот. А каждый из них почти, ну, там, где-то в 10 раз тоньше человеческого волоса. У них размер 6000 миллиметров. И вот они там скручиваются, скручиваются. Вот эту пуговицу, когда пришиваете, нитки там спутываются. Да мы их к черту. А тут вот 6000 миллиметров. И это все скручивается. Нет, надо понять, конечно, что не все 27 километров коллайдера опутаны вот такой сетью. А большие вот установки поворачивающего магнитов, их, они в длину где-то 10 метров, их там 57 штук вложено. Но есть линейные, скажем так, участки, где этих магнитов нету, ну, в общем, не все так плохо. Но чтобы проводник стал сверхпроводником, его нужно охладить до температуры где-то 2,7 Кельвина. А в коллайдере вообще до 1,9 Кельвина. В космосе 2,7, а в коллайдере 1,9. Это самое холодное место в мире. Значит, ну, скажем так, а как вообще аппаратуру туда засунуть, то есть в эти 27 километров? Ну, надо позвонить в метро и сказать: ребята, мне нужно кольцо 27 километров длиной. То есть, говорю, без проблем, вы платите деньги. Они, вот метростроицы очень любят делать тоннели. Сколько вам надо коллайдер? 100 километров. Это отличная тема. А, но дело в том, что эти ребята умеют работать. Вот это кольцо, на самом деле, оно было прорыто не для большого атомного коллайдера, а для предыдущего коллайдера. 27 километров прыгали две машины, в разные стороны направленные. И вот когда они каждый прорыли половину этого туннеля, они встретились так, что центры этих туннелей расходились на 1 сантиметр. Если вам это ни о чем не говорит, дома попробуйте сделать скворечник. Пробуйте. 27 километров восхождения. А, и вот эти 27 километров загружены высоконаучной и высокоумной аппаратурой. На глубине 100 метров, то есть там прорыты шахты, в которых находятся детекторы там, и прочая аппаратура. Нам за счет может подумать. А что происходит, когда, значит, по этому 27-километровому кольцу летают протоны? Вообще протоны могут столкнуться и не очень интересным образом. То есть упруго. Они рядом пролетят и отклонятся, прилетят куда-нибудь там в стенки. Это равносильно тому, что, ну, вот вы едете на машине по своей полосе, а по встречке какой-то, значит, чувак едет. Вы, значит, рядышком съехали и покинули место встречи просто без боковых зеркал. Это не очень интересно. Нас интересуют лобовые столкновения, когда маленький протон сталкивается с другим маленьким протоном, лоб-лоб. Тогда есть шанс, что мы почувствуем внутреннюю структуру. Внутренности машины станут ее наружностями. Но есть проблема. Эти внутренности связаны с сильным взаимодействием, очень сильным взаимодействием. Поэтому мы не сможем эти осколки детектировать, то есть они не могут далеко улететь. Эти осколки распадутся на что-то еще, а это что-то еще распадется еще во что-то еще. И только там уже какого-нибудь там 15-го порядка эти осколки мы сможем, они уже вылетят из этой области взаимодействия. И мы это сможем детектировать. Соответственно, во время центральных столкновений протонов в коллайдере возникает целое множество частиц,
потому что энергия протонов огромная, ее хватает для того, чтобы родить десятки частиц. Они все имеют свои характеристики. Это может быть легкий электрон, или может быть тяжелый мюон. Это может быть нейтрон, у которого нет заряда, или это может быть протон, у которого есть заряд. Они разные, у них может быть разный импульс, разная энергия. И мы место столкновения окружаем целой шубой из разных детекторов, у каждого из которых своя задача. Один определяет, а это электрон или нет. Другой определяет, а это протон или нет. И каждый из них определяет, что это за частицы, какая у них энергия. А потом, когда мы собираем информацию с каждого из детекторов, мы пытаемся восстановить обратно, собрать этот пазл. А что внутри должно было и как внутри, что должно было произойти, чтобы это распалось именно на такие осколки, а не какие-то другие. Соответственно, поскольку столкновений бывает много, то и могут происходить разные события. А нас интересуют какие-то конкретные. Потому что часть уже исследована на других коллайдерах в другое время. Например, здесь указано 4-лептонное рассеяние бозона Хиггса, 4-лептонный распад бозона Хиггса, зарегистрированный на Атласе. Но нам нужно конкретно это среди вот этого. Дело в том, что протоны там летают не по одному. Они летают пучком. И в этом пучке 10 в 11 протонов. 10 в 11 это 100 миллиардов. Людей на Земле 7 миллиардов. А в одном пучке 10 в 11 протон, и в другом тоже. Они так вот между другом сталкиваются. На самом деле не все протоны со всеми протонными встречами сталкиваются. Встречных событий бывают там порядка нескольких десятков. 30, 40, 60. И, например, здесь вот наверху каждая точечка указывает столкновение протонов. А поскольку они летят по кольцу 27 километров со скоростью почти равной скорости света, они, значит, это кольцо 27 километров 11 тысяч раз в секунду прокручиваются. И эти пучки сталкиваются, встречаются друг с другом 11 тысяч раз в секунду. Но и это еще не все. Таких пучков там 2800. То есть вот эти 11 тысяч умножаем на 2800, и мы получаем, что между однократными актами столкновений у нас каких-то 25 наносекунд. Вот у вас фотоаппараты, камеры, они снимают один кадр, то есть 24 кадра в секунду, это один кадр в 5 сотых секунды. А тут 25 наносекунд. Здесь минус 9. Опять возвращаемся к нанотехнологиям. И опять же, 20 лет назад, когда хотели сделать коллайдер, никаких таких детекторов не было. Вы же 20 лет назад не могли на AliExpress заказать камеру, вы дайте мне вот такой большой детектор, а китайцы чаш. Не было такого. Но, может, кто-то уже читал, вообще на коллайдере не только протоны сталкивают, там еще сталкивают ионы, тяжелые ионы свинца. Ну, можно было бы золото, но только свинец дешевле. А так разница между ними особо большого уровня никакой. В ионе свинца там много протонов, еще там много нейтронов. И вся вот эта каша, она друг с другом сталкивается. Что происходит? Вот что происходит. Когда ионы сталкиваются, вот свинец, то возможных частиц, которые вылетают из области взаимодействия, несколько тысяч. И нам нужна аппаратура, которая вот это все разделит. Настолько точные должны быть детекторы. Их не то, что там 20 лет назад не было, и сейчас они существуют там, 4 штуки, допустим, что в мире. Больше нету. И тогда, 20 лет назад, эта задача была поставлена, и она была выполнена. Но. То есть, как бы, чтобы выполнить эту задачу, нам природа дала очень много, много данных, много информации физической, которую мы используем. Так сложилось, что
мы смогли сделать шубу из детекторов, когда, скажем так, последующие слои, ну, не мешают работать предыдущим. Ну, детектор — это здание. Вот здесь показаны Atlas, это большой, ну, Atlas — это большой, и CMS. А CMS — это компакт-мюон соленоид. Компактный. Ну, половина здания, компактный. Там 16 тонн, это маленький. Это тоже высоконаучная аппаратура размером с дом. Вернемся к нашим траекториям. Ведь это же куда-то уходит. Ну, компьютер это уходит. То есть мы потом эту информацию, снятую с детектора, пускаем в компьютер, который нам рассчитывает обратно, как это все, значит, там произошло, чтобы понять, что там, значит, распадалось. Соответственно, есть и хорошие новости. То есть данных много, там, все это сталкивается раз в 25 наносекунд, там, по 10-20 там, актов рассеяния. А объем данных, который выходит из коллайдера, порядка 300 тысяч мегабит в секунду. Есть хорошие новости в том, что среди в среднем 300 событий только одно представляет интерес. А все остальное это уже известная физика, нам она без надобности. Так что всего-то там, 300 мегабит в секунду уходит данных, которые потом надо рассчитывать. Здесь вот примерно объем данных, то есть чистых данных, ну, без вот этого деления на 300. Из одного только атласа выходит 440 петабит. Ну, может примерно сравниться с остальными. Соответственно, расчетом этих данных занимается больше 100 тысяч процессоров, распределенных по всему миру. Это огромная сеть. Опять же, 20 лет назад ее не существовало. То есть как рассчитывать в то время, когда коллайдер был придуман, еще не было понятно. Но и эта задача была и поставлена, и сделана. Но без ошибок никуда. Дело в том, что это все тонкое, настолько чувствительная аппаратура. А вот сверхпроводник находится в состоянии сверхпроводимости, то есть фактически с нулевым сопротивлением. Только когда он охлажден. Поэтому охлаждать надо правильно. Но есть и проблема. Если в этот сверхпроводник попадет хотя бы небольшой кусочек энергии, он немного нагреется, даже достаточно трех, то есть было 1,9 Кельвина, стало 3 Кельвина. Он выйдет из состояния сверхпроводимости. Нет сверхпроводимости, зато есть сопротивление. Когда по проводнику проходит ток, он нагревается. Ну, у вас чайник так работает. И эта штука тоже нагревается. Только амперов там не один, не два, а 1000 ампер. Такой энергии хватает, чтобы этот сверхпроводник испарился. И вот как раз в 2008 году была проблема, когда коллайдер запустили. Вот такие сверхпроводники были не очень хорошо сделаны. Что именно там было неправильно? То есть неправильно был заполнен там компаундом эпоксидным. Либо там витки были изначально скручены с каким-то начальным натяжением, таким, что когда по ним прошел ток, они выпрямились. И вот этого маленького движения хватило, чтобы сверхпроводники вышли из сверхпроводимости. Непонятно. Сверхпроводник вышел в состояние сверхпроводимости, испарился и загадил огромное количество вакуумных камер внутри. И их пришлось все доставать с глубины там, 100 метров и ремонтировать. Нельзя позвонить китайцам и сказать, дайте нам еще 12. Их, то есть там был запас, но его не хватило. Пришлось сделать новое.